Праздник, который объединяет День народного единства, жители города Щелково начали отмечать на площади Ленина. И сегодня даже ненастная погода не преграда для веселья. С приветственным словом перед жителями выступили представители администрации и совета депутатов городского округа. Именно единство идей и целей делает наш народ уникальным, поистине уникальным, непобедимым. В нашей памяти мы бережно храним страницы истории. Этот праздник напоминает нам о подвигах наших предков. Проверенное веками единство и сплоченность нашего народа является тем самым необходимым условием, которое позволит нам двигаться вперед, развиваясь все к лучшему. Этот праздник является в нашей стране действительно многоконфессиональным. Ведь для того, чтобы почувствовать единение, людям вовсе не обязательно быть одной веры. Именно это в своем выступлении отметили благочины церкви Щелковского округа протоиерей Андрей Ковальчук и имам Щелковской мечети Руслан Хазрат Новиков. Жители самых разных возрастов уверены в том, что День народного единства – важный праздник, который непременно нужно отмечать и не забывать о его значимости для всей нашей огромной страны. Всем нашим щелковцам здоровья, главное здоровье, любви, ну и все остального. Счастья, здоровья, самое главное. Удачи, чтобы все всегда помнили об этом празднике. Для всех пришедших подарком стало выступление заслуженного артиста России Феликса Царикати и группы «Каприз» и других творческих коллективов городского округа Щелково. Важно отметить, что для Щелково этот праздник особенно близок. Ведь именно у нас на территории усадьбы Гребнева в 1612 году началось формирование полков народного ополчения. Мария Буржинская, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.